президент поставил конкретные задачи, и теперь депутатам необходимо максимально быстро подготовить законодательную базу для их выполнения. В Совете Госдумы изменения уже начали обсуждать и через неделю представят документы. Принцип, который был озвучен президентом, больше детей, меньше налог. Он будет реализован, подкреплен через нормативные акты, законы. Для Государственной Думы это руководство к действию. Мы сегодня уже видим, что консолидация среди всех парламентских фракций при поддержке этих решений. Поэтому как можно быстрее необходимо принимать их. Сегодня президент Российской Федерации обозначил ряд очень важных направлений. Это прежде всего то, что касается экологии, здравоохранения, образования. И сделал самые главные акценты на то, чтобы эти вопросы решались с учетом справедливости, с учетом с уважения и с учетом интересов семей и граждан нашей страны. Нация должна быть здоровой. И покупаем оборудование диагностическое. И решаем вопрос с тем, чтобы бережливая поликлиника пришла в каждую больницу, в каждую поликлинику.